из Алексеевки. Мы специально приехали, чтобы вас поздравить. В эфире Татьяна Куликова и впервые в кадре Александр Кветка. Да, я действительно впервые сегодня в кадре, несмотря на то, что работаю уже практически 30 лет на телевидении, но вот благодаря своим коллегам я впервые по эту сторону экрана. И, наверное, пользуясь случаем, хочу поздравить с наступающим годом всех жителей своих 6 районов, в которые мы ездим каждый день. Да, Алексеевка, Красная, Ровеньки, Бирюч, Веделевка. Всем привет большой! У меня небольшой подарок. Это сделали мои дети своими руками от всей души. Я надеюсь, что они сейчас меня смотрят. Ева и Саша, привет всех! С Новым годом! С Новым годом! Вот какие у меня...